31 августа и 1 сентября в столице Верхневолжья пройдет ежегодный фестиваль «Чего хочет Тверь». Наш телеканал является информационным партнером мероприятия. В четверг началась подготовка к фестивалю, который пройдет в городском саду. В городском саду вовсю кипит работа. Здесь уже начали подготовку к фестивалю «Чего хочет Тверь». В этом году он в третий раз соберет тверичан и состоится в предстоящие выходные. Общественная территория постепенно превратится в настоящий город в городе. Мы начали застройку фестиваля, потому что для нас важно, чтобы не просто погуляли гости фестиваля по территории горсада, но и могли спокойно отдохнуть, купить вкусную еду, посидеть в зоне пикника. У нас будут гамаки, пуфы. Все это нужно подготовить, и, конечно же, это требует много затрат. У нас целый огромный штаб волонтеров, 50 человек, которые уже несколько дней на площадке строят, красят, готовят горсад, чтобы он стал новым интересным общественным пространством в эти два дня. Фестиваль подарит солнце, эмоции, интересные площадки, творческие мастерские, выставки мастеров, неформальная лекция о современном искусстве, истории и эмоциях, призовой квест с участием организации Твери, музыка, танцы, йога на траве, игры и анимация для детей, уличная еда и выпечка от домашних кондитеров. Площадки будут разнопрофильные, интересные. Все они будут объединены в интересный квест. Он будет называться «Играем в город». Можно будет прийти на площадку фестиваля, получить паспорт горожанина и, проходя испытания, в конце получить от нас приятные сувениры. У нас есть интересные фишки этого года. Пройдет на открытом воздухе квиз, мозгобойня. У нас будет вечером фестиваль уличного кино в субботу. Будет работать ресторанная зона, зона для детей с технологиями, роботами, будет мастерская и маркет изделий ручной работы. Организаторы события – Центр НКО и Фонд Твери. Наш телеканал выступает информационным партнером мероприятия. В городском саду будет установлена площадка Тверского проспекта, в которую могут заглянуть все желающие узнать все о работе регионального ТВ и на время стать его частью. Фестиваль «Чего хочет Тверь» приглашает горожан провести ярко последние выходные лета. 31 августа и 1 сентября с 12 и до 19 часов место встречи – городской сад.